Всем привет, ребят! Перед началом видео напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно прожмите колокольчик, стримы ежедневно, и напишите под видео любой комментарий, это помогает видео выйти в рекомендованные. Спасибо большое! Всем привет, ребят! Первый канал, видео, соответственно, надо сразу прожать лайкосик, подписаться, колокольчик, если вы новенький. Вот так надо сделать. Вот, я вам сейчас вкратце расскажу, что мы на этом видосике с вами поисследуем. Первое, самое важное, мы с вами определим, кто из персонажей является топовым для участия в новом режиме ранг отрядов. Заценим новый режим, я сейчас покажу нарезочку с нового режима, чтобы вы поняли вообще, что это за режим, как он работает. Киллстрик, я не знаю, не смотрел, буду сейчас заходить и смотреть, что тут в этом режиме вообще в принципе. Мы победили вроде. Блин, мне, конечно, чувствительность побольше сделают. Так, ну, с этим режимом все понятно. А что дают? Что в подарок дают? Что-то дают в подарок? Фрагменты куба, наверное, дают, как я понимаю. Мне, по крайней мере, так рассказывали. Так, ну ладно, новый режим мы потестировали. Окей. Погнали, значит, с вами обсуждать, какие у нас вообще, соответственно, бывают темы по персонажам. Итак, персонажи, которые нам не нужны, в принципе, как таковые, да? Кто это? Это София. Это Мигель, потому что там просто нечего есть. Вот. Хотя, нет, у Мигеля это я ошибся, он же не это. Он же дает за убийство энергию. В принципе, пойдет. Кто еще? Ну, все остальные, они... Ну, из тех, кто у меня не открыт, на самом деле, тут может быть только Шани. Вот, потому что она третий бронь поднимает. Итак, мое мнение такое. Если у вас нет алока, то вы выбираете А124, да, которая переводит своим эксклюзивным навыком энергию в ХП. Это важно. Если вас накилили, быстренько в ХП и пошел дальше фигачиться. То есть ее берем за основу. Соответственно, у нас два основных выбора. Либо А124, либо алок. Да? Два варианта. Кого мы накидываем сверху к этим, ну вот на Тора тоже бесполезные, да, то есть тут все командные персонажи, они абсолютно бесполезные, просто абсолютно. Так, соответственно, мы выбрали с вами Алока, и вот как я играю, Антонио, Мока и Лаура. Соответственно, из-за того, что я очень часто играю в прицеле, Лауру вы можете поменять спокойно на Оливию. То есть из топовых персонажей, которые есть в этой игре, я считаю, что именно для режима битвы отрядов, да, рейтинг, я считаю, что Алок, А124, Лаура, Мока, Максим, Антонио, да, это являются Оливия. Это топовый персонаж, потому что вы очень часто будете поднимать своих, а плюс ХП к своим, это круто. Келли не настолько топа, потому что бегать вам-то абсолютно-то и негде, по сути. Что еще тут? Антонио. Я считаю, что Антонио и Алок — это два супер-персонажа. Мока, потому что вы будете своим подсвечивать. Что я хочу от вас? Вы просто в комментариях напишите, кого вы считаете топовым персонажем для игры в этом режиме. Мой идеальный набор вот такой. Антонио, Мока и Лаура. Да, и Алок. Соответственно, есть второй. Вот если бы я собирал бы не из этих персонажей второй набор, я бы набрал бы его так. А124. Потом я бы сделал бы из тех, кого не занято, да, у меня Максим, Оливию и еще одного. Либо
Шани, Шани, 100% Шани. То есть второй набор у меня был бы Шани, Оливия, Максим и А124. Тоже топовый набор. То есть два совершенно разных персонажа. То есть вот вам 8 персонажей топовых, по моему мнению. И еще, для тех, кто досмотрел, будет разыграно 5 бесплатных мест спонсоров. Я дам ссылочку в описании к этому ролику внизу, там она 3-4 будет, не очень заметной, чтобы сразу по ней не переходили. Вот тем, кто досмотрел, перейдите по этой ссылочке в ВК, вам надо просто в первых из 5 отписаться в этом обсуждении ВК, и я вас добавлю в друзья, и потом добавлю в закрытую беседу спонсоров. Они получают бесплатный доступ на все премиум турниры и не премиум турниры. Все, погнали. Вернее, пока-пока. Какой погнали?